Всем привет! Сегодня получил посылку очередную с тему. Сейчас будем открывать, смотреть. Предварительно я уже открыл, конечно. Разорвал. Кое-какие вещи забрал отсюда. Не рыболовные. Оставил только рыболовные. Так, это у нас нитка капроновая 0,28 миллиметров, 40 килограмм разрывная сила. Такая нитка. Я уже выписывал. До этого 0,3 была. У меня стоит на спиннинге. Вот сейчас его выписал потоньше. Так, тут 500 метров написано, вот 500 метров. Так, так, где? Вот 500 метров написано. Так что хватит надолго. Так. Это у нас гумми-фиш. Фишинг луры. Хэнгл. Такие вот красненькие хвостики. Приманка. Рыбки. Очень такие интересные рыбешки. Это все я взял для рыбалки на поводной поводок. Так, следующие карабинчики тоже тройные для поводного поводка. И чтобы было заменять было удобно, привязываю основную капронку сюда. Здесь внизу привяжу сантиметров 15 леску, ну, чтобы при задевах отрывался только груз, оставалось вот этот карабинчик тройной, чтобы он оставался всегда. И из лески тоже делаю поводки по метру, где-то 1,20 м до 1,5 м. И крючок вижу, наконец. И тоже, если при задеве, отрывается только поводок. Это карабин остается все на месте, рабочий. Всегда. В принципе, одного карабина хватает надолго. Для рыбалки. Ну, выписал я уже. И продавались там 50, наверное, штук, я не знаю. Евро 2-3 он стоит примерно. Так, еще вот такие вот рыбешки. Тоже где-то 3 с чем-то евро. Или 4. В пределах. Ну, где-то до 5 евро стоят такие рыбки. Можно дешевле найти. Разные продавцы. У каждого, короче, по-своему. Цены колеблются. Вот такие вот мелкие. 6 сантиметров, эти по 9 сантиметров, эти поменьше. Так, потом вот такие следующие рыбки разноцветные, тоже 9 сантиметров. Я больше не беру. Для судака, для окуня в самый раз. Даже самые попадаются. Таких мальков. Так, это у меня карабины для грузов. Я выливаю сам груза сейчас. И вот выписал вот такие вот карабинчики для заливки грузов. Сейчас буду показывать попозже. Так,
таком цвете рыбки. Тоже все 9 сантиметров они. И белые есть, и желтые с черной спинкой. Такие салатные цвета. Всякие разные. Синовый цвет, голубой, короче, на разную погоду. Так, еще один такой же пакет, 2 пакета. Так, это карабинчики. Карабинчики 50 штук пакетики. Так, следующее, такие мальки, это 6 сантиметров сиреневые рыбки. Сиреневые такие рыбки, как червячки, не знаю. Но это на это тоже любит. И окунь, и судак такие. Так, следующее. Вот еще одна. 3 штуки у меня таких. Почему, не знаю, получилось. Так, теперь идут в банках. Тут сколько штук? Наверное, по 50 штук. 9 сантиметров вот тут тоже написано. Вроде как 50 штук или 25 штук. Что-то в районе этого, тоже разные цвета всякие есть. Выбирай на вкус. Так, что у нас тут еще есть? Еще баночка. Уже вот таких гофрированные рыбки. Вот. На такие я ловил судака уже в этом году, на зеленую. Только эти 6 сантиметров, а у меня еще 9 сантиметров. До этого я выписывал. Так. Тоже взял для пробы. Все, что? Так, все. На этом все, карабинчики, такие, тройные, и для заливки грузов вот эти. Так, сейчас покажу саму форму, выписывал я ее тоже через интернет. Здесь груза от 10 до 45 граммов, самый то для нашей речки. Теперь покажу, что я уже вылил, выливал вот такие для пробы. Вот такие вот получаются грузики с карабинчиком, с вертушками, чтобы не крутили, не перекручивали леску, нитку. Такие вот грузики. Вот для этого я выписал вот эти вот такие штуки. Вот такие вот грузики. Самый то. 45 грамм. Летит хорошо далеко. Вот такие крючки я использую. Рыбок цепляю. Все. На этом все. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, кто не подписан. И всем пока вам.